Снится ей хороший сон. Все заботы, переживания. Как же провести юбилей? Да, да, да. Тут она просыпается, вздрагивает, подтягивается, подтягивается. Потянушки, потянушки, потянушки. Да, потянушки, как все советские дети, особенно джидинские, да, делаем, начинаем зарядку. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Принимаем водные процедуры. Мы здесь, конечно же, сбоку где-нибудь, да? Да, макияж не испытывает, да, да, да. Да, помылись, помылись. Да, 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 да. Андрей Владимирович, сами руки, да? Помыли, помыли. Все, спасибо. Так, с детства Надыма Михайловна любит кушать что? Молоко. Молоко, да? Молоко. Есть там молоко на столах? Да. Как будто молоко пьем тогда. Да. Да. Андрей Владимирович, мнимое молоко. Стаканчик берете? Принесите нам молоко. Нет, конечно, не получится. Так, молоко пьем, выпили. Да. Эх. Владимир, Владимир. Выпили, да? Выпили. И, как все маленькие дети, конечно же, хочется выйти на улицу, поиграть со своими сверстниками, друзьями, товарищами. И вот она на улице, Нагма Михайловна, бежит по дорожке, бежит по дорожке. Бежит по дорожке, встретила своих друзей, машет ручками. Привет, 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 привет. Все друзья, помашите ей. Да, да, привет, привет. Молодцы какие. Да, счастливы, довольны сегодня Нагма Михайловна. Да, прибежала к нам. Вы сегодня счастливы, довольны? Да, конечно. Да, чтобы утвердиться в этом, танец от Нагмы Михайловны, включите, пожалуйста, музыку. Танцуем. Нагма Михайловна, под ваши аплодисменты. Сейчас, сейчас. Не-не-не, это не то. Да. Включите музыку, пожалуйста. Да. Поддержим, дорогие друзья. Браво! Молодцы! Мадемуа Михайловна, вы какая молодец-то! Какой Андрей Владимирович!